Наше отделение поступило четверо пострадавших, случившихся на автодороге Вели. Состояние оценивается как стабильное в средней тяжести. Сейчас ведутся диагностические мероприятия. Опасности для жизни нет. Сколько человек поступило? Четыре пострадавших. Все женского пола. А обращались-то сколько человек? Обратились всего к нам 10 человек. Это 5 человек находится на амбулаторном лечении, и один пострадавший, увы, погиб во время транспортировки.